Итак, я понял, что не в коня корм. Но есть люди, которые вот даже сегодня я получил, вот даже есть свежее письмо, но не буду показывать, поверьте, где написано. Дайте данные, как выписать. Вот, в начале. Еще потрачу. 20-30 тысяч удалось собрать. По нынешним бедным временам это деньги. Вот. Поэтому лаконичность дикая. 23, 22, 23, 25, 26, 26, 26, 28, 30. Вы поняли, насколько, а там еще фотографии, насколько все лаконично. Это самый лаконичный научный труд. Даже, я бы сказал, учебный труд. Представляете, вот одна страница, вторая. То есть получается 6 этих самых. Ужас, что мы натворили? Собираем средства на печать новой книги. Садоводство для избранной судьбой. Книга будет тоже в переплете, 300, примерно 300 страниц. Сейчас находится в заключительной стадии. Тоже переплете, значит, нарядное, подарочное. Содержание приложено. Ваши пожелания, предложения приветствуются. Ранее мы успешно издали две книги. Но уже Северный сад закончился. Вот, записки у нас еще есть. 700 рублей, 200 доставка почкой. Ой, что творится-то? Отправил две книги, вот эти две. 507-то заплатил. Вот у меня 200 рублей. И в то же время боимся пугать. Вот, а то сейчас скажут, о, нет, 200 я еще потяну, а 500 или 400, даже 300 не потяну. Пусть будет 200. Другие варианты доставки уточняйте. Варианты со скидкой 5 штук дешевле, 10 штук еще дешевле, 15 штук еще дешевле. С автографом автора 1000 рублей, это не моя затея, не обижайтесь на меня. Тогда получается уже 1200 с автографом. Также вы можете поддержать проект покупкой брошюр. Вот, а уже под рукой нету брошюр, ладно, показывал не раз. 4 штуки 200 рублей. Ну а дальше вот данные Павла. Что непонятно, теперь ему звоните. Так, вот. Счет в Сбербанке, пожалуйста. Вот сразу можете деньги высылать, сообщить свои данные и ждать.